Доброе утро, уважаемые дамы и господа, спортсмены и зрители, все любители корпоративного футбола, да и вообще спорта. Мы начинаем серию трансляций с мини-футбольного поля Дворца спорта «Янтарь». У нас начинается очередное первенство и кубок по мини-футболу среди корпоративных команд на призы Александра Панова. Компания «Юнивентс» организовывает эти соревнования, за что им большое спасибо. И сейчас на площадке в форме преимущественно красного цвета команда «Московский кредитный банк», МКБ, так мы ее называем сокращенно, и «Транскредит банк», игроки в синей форме. Давайте сразу начнем с составов, для того, чтобы потом на это не отвлекаться, хотя, может быть, и не дадут нам на это возможности, потому что Андрей Бонадысенко забивает первый гол, счет становится 1-0 уже через буквально 45 секунд после стартового свистка. И сразу Андрей Ёжиков с бровки поля подсказывает своим подопечным, что нужно вместе с этим успокоиться. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, и надо успокаиваться, раз уж такое бодрое начало этого матча. И сейчас великолепный дальний удар Сергея Майстренко. Да, не дают нам озвучить фамилии, указанные в стартовой заявке. Безрукавников Борис приложился к мячу. Ну что ж, давайте все-таки попробуем. Если будут паузы на какие-то активные действия, будем отвлекаться. Итак, за Московский кредитный банк выступают сегодня на воротах Коба Галиадзе. Он первый номер. Полевые игроки. Номер 8, капитан команды Борис Безрукавников. Остальные 27 Александр Молтопар. 14-й Максим Горячев, 15-й Валентин Виноградов, 7-й Игорь Васильев, 23-й Михаил Соколов, 21-й Сергей Майстренко и 10-й номер Борис Мохоткин. У Транскредитбанка в заявке сегодня следующие. На воротах номер 1 Александр Рыков, полевые игроки номер 2-й. Самый главный капитан команды Андрей Ёжиков, ну и капитан номинальный в составе Транскредит банка Дмитрий Шумаев, он сейчас на площадке, но вот, правда, видимо, придется ему оказать помощь. Уходит он на бровку поля. Остальные полевые игроки, те, которые не имеют капитанских повязок, 3-й Константин Ермолин, 7-й Михаил Геневец, 14-й Виктор Дергунов, 8-й номер Станислав Титаренко, 17-й Антон Ряхин, 20-й Кирилл Никифоров, 16-й Тимур Хамидулин, 85-й номер, автор пока единственного забитого мяча, Андрей Бонадысенко, и 6-й номер Сергей Абанин. Ну что ж, главный бомбардир ТКБ уже успел отличиться, дело за остальными. Кстати, если вы присмотритесь, то сможете увидеть майку Бонадысенко не только непосредственно на Андрее, но и на трибунах нашего стадиона. На них висит баннер с его майкой в силу того, что он является автором более 100 забитых мячей в наших соревнованиях. Такой почетный клуб, которому пока не присвоено имя, но если бы Бонадысенко постарается, то, думаю, он свое имя внесет. Безрукавников разыграли штрафной футболисты МКБ, но здесь случилась какая-то беда. Итак, что у нас в турнирной таблице происходит? Рассказываем вам. ТКБ имеет в своем активе 21 набранный балл. После 9 матчей у команды 6 побед, 3 ничьи, ни одного поражения до сих пор. Ну, соответственно, если считать по потерянным, то 6 потерянных очков. Так, наверное, будет считать проще, потому что некоторые команды сыграли разное количество матчей. Ну, вот, например, ТКБ по сравнению с Московским кредитным банком. У МКБ 8 матчей, 2 победы, 4 ничьи, 2 поражения. 10 очков. Соответственно, огромный разрыв, конечно, между этими двумя командами. И, ну что уж греха таить, наверное, Московскому кредитному банку будет тяжело претендовать на верхнюю строчку турнирной таблицы. Но вот если смотреть на отставание МКБ от того же Газпромбанка, который находится на втором месте, то здесь разница всего лишь 5 баллов. Очень
велика плотность борьбы, но вот давайте всех озвучим. ТКБ 21 на первом месте, на втором «Газпром» 15, на третьем «Спецсвязь» 14, на четвертом «Татнефть» 13, и вот пятую, шестую строчку разделяют сейчас «Газпром Интернешнл» и МКБ, у которых по 10 очков. Желтую карточку получает Абанин. Не отошел на полученную дистанцию. Шестой номер, желтая карточка без фула, 21-й красный. Я после желтый, только после сестры. Можно? Вот, растолковали мы всем игрокам правила. Не без помощи судьи, не без помощи Андрея Ежикова. Но игра продолжается, это самое главное. Да, нужно подуспокоиться с футболистом. Он уступил. Синий фол. 3-3 уже по фолам. Цифры просто угрожающие. Хотя в прошлом туре была ситуация, когда, по-моему, у одной из команд до перерыва уже было 5 фолов. И потом взяли себя в руки, справились. Сгорает, по-моему, здесь, да? Нет. Заброс дальний, но вот здесь в очередном сражении без рукавников справляется с Бландысенко. Давай. Чуть не забыли вам, дорогие друзья, сказать, что команды уже встречались в этом сезоне и тогда разошлись с нулевой ничьей. Как раз в силу того, что без рукавников регулярно на втором, по крайней мере, этаже Бландысенко обыгрывал. Как обыгрывал, просто закрывал его своей мощной грудью, и до него мячи не доходили. Здесь обыгрыш, наверное, не совсем правильное слово. Удар. Это был Ряхин. И очередной угловой удар. Пока до опасных моментов после угловых дело не доходило. Он снова без рукавников зону закрыл. Да, после забитого гола Транскредитбанк второй. Играет скорее от обороны, нежели в атакующей манере. Ждут очередной возможности, когда можно будет забросить мяч на голову Бонависенко, ну и надеяться на известный результат. Ряхин выбивает мяч, ну вот показательный момент. Как раз, который во многом подтверждает те слова, которые я сказал буквально только что. У МКБ очень разнообразные атаки. Здесь разрезающие передачи. Вот это долгое муторное катание мяча. Ну и вот такой игроковый заброс. Не просто найти адреса для передачи в таком скоплении футболистов. Поэтому иногда приходится подолгу принимать решение. Ну, вот сейчас нарушение правил. Это четвертый фол. Четвертый? Четыре нарушения правил. Ну, нарушение правил было явным, поэтому здесь можно не спорить. Зачем оно нужно было, непонятно, потому что игрок хоть и уходил от защитников, но все равно он уходил в ту зону, где еще два игрока его встречали, без рукавников. Скидка, удар, ну не удар, это такой прострел был, конечно. Хотя удар просился. Пошла последняя минута первого тайма. Рыков спокойно очень забрал мяч. Не совсем я в этом моменте понял задумку МКБ. Надысенко говорит об откате, но это не было никаким подкатом. Игрок просто тянулся к мячу. И после вот этой растяжки он непроизвольно
Ну, даже нельзя сказать, что покатился. Растянулся, наверное, на паркете. Команда уходит на перерыв. Давайте и мы немножечко отдохнем. После этого продолжим смотреть футбол. Продолжается сражение МКБ и Транскредитбанка. Первая минута второго тайма. За ней мы будем следить особо пристально, потому что единственный забитый мяч в данном поединке случился как раз в самом дебюте. Буквально сразу после стартового свистка. Без рукавников. Надысенко против него играет в отборе, но... Борис терять просто так мяч не будет. Рыков. Вот здесь бы на Бонадысенко забросить по привычной схеме, но давайте посмотрим, что получается. Вот получается, что здесь не до конца друг друга поняли без рукавников вместе с Кобой Галиадзе. И если бы кто-то находился в партнерстве с Бонадысенко, могло бы получиться очень опасно. Уже справились. Напомню, что 4 нарушения правил у Транскредитбанка. 3 фола у МКБ. Момент! Штанга спасает ворота Александра Рыкова. Первый раз мы видим в этом матче, чтобы в его ход вмешивалась фортуна. Приходится Рыкову убивать мяч. Да, здесь в обводку идти не имеет никакого смысла. И Галиадзе приходится выносить мяч. Очень высокий прессинг в исполнении двух команд. Бонадысенко, ну что здесь пытался показать Андрей? Ну, вы знаете, я думаю, что если в составе МКБ кто-то захочет обсудить непоказанные желтые карточки, то вот эпизод с Бонадысенко будет весьма любопытным. А вот здесь нарушение правил. Это 5-й фол у Транскредитбанка. 5-е нарушение правил. Для МКБ это настоящий подарок, тем более, что в составе есть футболисты, которые могут к мячу очень здорово приложиться. Даже если не считать безрукавника, у которого удар, конечно, как сказали однажды про Колодина, пушка страшная. Тем более, что Транскредитбанк играет очень нервозно. Вот взять хотя бы последний фол Абанина, который был исключительно эмоциями мотивирован. Техничная передача пяткой. Возмущен Бонадысенко. Ну а по-другому здесь и невозможно было сделать этот пас. И приходится отыгрывать назад на Галиадзе. Показывает без рукавников, что не на кого делать передачу. А вот сейчас, если бы прошел этот пас головой, это верховая комбинация, то был бы просто выдающийся момент. Тем более, что в мини-футболе такие верховые комбинации — это не просто редкость, это чудо. Ну, вот здесь нарушение правил. Тоже на эмоциях. 4-й фол у МКБ. Да, я сказал фол. Давай, еще один фол. 2. Ну, неправильно занял позицию. Без рукавников должен был сделать полшага назад. Вот даже у самых опытных иногда нервы не дорабатывают. Еще один угловой. Один должен здесь оставаться. Все,
Даже говорить что-то боялся, пока не закончился этот момент. Лиадзе мяч забрал и сразу бросает его вперед. Здесь было нарушение правил? Если было, да. Это шестое нарушение правил. И будет 10-метровый. И, конечно, без рукавников идет к мячу. Без всяких сомнений. Кто же более достоин того, чтобы нанести этот 10-метровый удар, если не без рукавников? Очень четкий удар, великолепный. И счет становится 1-1. 4 минуты и 10 секунд еще остается до финального свистка. И по-прежнему ТКБ висит на переборе фолов. И каждый последующий будет наказан 10-метровым. Дальний заброс на Мотодыщенко. И какую великолепную скидку он делал. В этот раз не стал сам бить по воротам. Прошлый матч этих команд, напомню, закончился со счетом 0-0. Сейчас пока 1-1. Нарушение правил. И снова совсем не обязательное. И снова у мяча без рукавников. Ну, вот здесь Рыков справляется. Повторить успех не получилось. Лиадзе здесь выскочил со своими руками мощными. Атака ТКБ. Еще один. Здесь не угловой, здесь аут. Но позиция не сильно изменилась. А вот теперь аут в пользу Московского кредитного банка. Конечно, они будут идти вперед. И в первую очередь надеяться на нарушение правил со стороны ТКБ. Комбинацию хорошую раскатывали, но никто не оказался на той точке, с которой пробиваются пенальти. Нормально. Играем. Ну вот здесь опять нарушение явное. Фолы считать. Снова удар пришелся в Александра Рыкова. Угловой удар. Нет, здесь вообще должен... Ну, вот это единственное решение по ходу матча, которое я не совсем понял. Здесь какой момент опасный. Чуть все мяч не потеряли. Так бы он и в ворота залетел. Должен быть удар по воротам, но здесь не точно. Тайм-аут. Берет Транскредит Банк. Давайте послушаем освещение команд в перерыве и сразу после этого вернемся.
Продолжается матч. В перерыве медицинская помощь оказывалась Андрею Бонадисенко. Тут еще продолжается пауза, видимо, из-за того, что нужно вытереть площадку. Ну, слегка досадно всегда бывает, когда в таких напряженных матчах возникают такие паузы затяжные. Совсем не обязательно, и хочется уже целостно матч увидеть. Это похоже на рекламу, такая остановка, которая никому не нужна. Но приходится ждать для того, чтобы увидеть самое интересное. Все нужные атрибуты приведения поля в порядок найдены. И летящей походкой. Вот уже и судья справился с этой задачей намного лучше всех остальных. Кто, если не он? Ну что ж, переждали мы эту такую футбольную рекламу. И продолжается матч. Будет продолжаться еще минуту и 22 секунды. Перебор фолов у Транскредитбанка. На четвертом фоле висит МКБ. Счет 1-1. Здесь, конечно, последовал дальний заброс. И Шумаев доли секунды не успел к мячу. Здесь можно сразу предложить за момент и гол! Вот это контратака! В лучших традициях сливочного футбола. Забил. На ваши мячи я не против. Тайм-аут просит МКБ, но... Да, здесь придется подождать аута в их пользу. А там черные. Или другой предусмотренной остановки. Вот вместе со столом лежала сумка. А ТКБ, это, конечно, сейчас пойдет вперед. Не было нарушения правил. Тайм-аут берет Московский кредитный банк за 38 секунд до финального свистка. Надысенко подсказывает своим, что нужно успокоиться. Ну что ж, давайте посмотрим в этом тайм-ауте, как изменится ситуация в турнирной таблице. Если матч закончится с тем счетом, который есть сейчас на табло, у нас МКБ наберет 13 баллов, столько же у Татнефти, которая на четвертом месте находится. Но у Татнефти еще будет матч в запасе. И также матч в запасе будет у «Газпром Интернешнл», которого пока равенство очков с МКБ. Ну а в верхней части турнирной таблицы отрыв ТКБ от «Газпрома» может значительно уменьшиться. Тогда после 10 игр у ТКБ останется 21 набранный балл, и столько же может стать очков у «Газпромбанка», если они свои матчи выиграют, два своих следующих матча. В общем, пока очень много неясности, но хотя здесь уже все становится понятнее, потому что должен прозвучать финальный свисток. Он и звучит. Смотрим следующие матчи.